Шоу «Шоу 101». Приветствую, в эфире «Трасса 101». Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Снова поднят вопрос о конфискации автомобилей у пьяных водителей. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты из Башкирии. Речь идет о шоферах, которые неоднократно попадались нетрезвыми, а также о тех, кто сел за руль под шофе впервые и стал виновником серьезной аварии. Авторы инициативы ссылаются в том числе на то, что такое наказание практикуется в Швейцарии, Франции, Литве и других странах. Трасса 101. Власти Москвы в очередной раз призвали снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км в час. Такая норма, по мнению столичных чиновников, должна действовать во всех городах. На трассах можно оставить все как есть. Поводом для заявления стала авария, в которой девушка за рулем мини-купер врезалась в автобус, высаживающий пассажиров. Выяснилось, что легковушка двигалась со скоростью более 70 км в час. Травмы получили 3 человека. Трасса 101. Жительница Петербурга доказала, что бодаться с автодилерами из-за мелких неисправностей авто не бесполезно. Женщина отсудила 15 миллионов рублей против 2 миллионов 250 тысяч, которые она потратила на покупку Kia Quaris. Сначала в машине отказал обогрев одного из зеркал заднего вида, затем одна из кнопок на руле и так далее. Всюду хозяйку авто футболили. В итоге она обратилась в суд. Трасса 101. Семиместному кроссоверу Cherry Tiggo 8 Pro назначили минимальную цену в 2 миллиона рублей. Оснащается он турбированными бензиновыми двигателями мощностью 170 либо 186 лошадиных сил, трансмиссия робот либо вариатор. В базовой комплектации китаец оснащен системой кругового обзора, зимним пакетом, кожаными сиденьями, круиз-контролем, 6 подушками безопасности. Гарантия 7 лет или 200 тысяч километров пробега. Трасса 101. А «Шкода» представила новый компактный кроссовер «Кушак». Продаваться он будет в первую очередь в Индии. Длина автомобиля в районе 4 метров 20 сантиметров. Размер колесной базы 2 метра 65 сантиметров. Оснащается машина либо 1-литровым 115-сильным турбомотором, либо его старшим братом, выдающим 150 лошадей. Оба агрегата работают на бензине. Трансмиссия механика, либо автомат, либо робот. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.